А вы шо? Здравствуйте. Да вы шо? Здравствуйте. Сколько лет? Приятно, всегда приятно видеть вас, Сергей. Аналогично, Саша. Как вы поживаете? Да и чё, потихоньку. Дорогие друзья, вы знаете этого блогера или мне его озвучивать? Сергей Разумовский. Канал Сергей Разумовский. Дорогие друзья, вы знаете этого блогера, озвучивать не надо. Вам привет. Вам тоже привет, и вам вот сердечки, вот эти вот, все, короче. Как поживаете, как прогулка у вас сегодня? Да что, нормально. Что? Обсуждали там некоторые вопросы, ну, парень был... Ну, сфера международных отношений там... Все как всегда, он Украину затронул, и изменение структуры международных отношений, потеря роли США в международных отношениях. Там что-то он про Путин сказал, что там в Европе уже на тракторе кто-то написал: Путин придет, веди порядок. О, так, а вы не видели, это в Польше было? Польша, да, я слышал. Вот. То есть авторитет России поднимается помаленьку, неуклонно. А мне кажется, вот поэтому и затянули вот так вот, ну, как это не страшно звучит, на вот это вот боевые действия, на так долго, чтобы дать возможность людям переосмыслить. То есть вот эта вот машина западная, которая, она не сильно действует, то есть пропагандистская машина начинает давать сбои. Ну да, да, ну Путин же изначально ставил такую задачу. Он же не ставил захват Украины, расчленение Украины. Кстати, недавно тоже отрывочек передач смотрел, он прям сцепил на этом, значит, что мы чуть не будем противодействовать тому, чтобы Украину расчленяли на несколько частей. Нам важна, ну, такая общая Украина, чтобы... Потому что чем больше они начинают разбегаться как тараканы и становятся непредсказуемы, у них внутри начинается конфликт, если их не объединить в одно это, скажем так, юридическое пространство. Хотя это тяжело, потому что она все-таки находится на стыке, и вот Восток и Запад у них вот. Разлом существует достаточно. Мое почтение. И здравия положено. Возникает. Так, а вы думаете, этот разлом можно как-то подзакопать, что ли? Этот разлом был всегда, даже в мирное время, даже в хорошие советские времена. Тем не менее, были же мирные времена. Ну, были мирные времена. Мирные времена были тогда, когда вот этот вот кого-то загоняли под шконку, скажем так, или под... Ну, согласен, или еще под что-то. Ради то мира есть, можно кого-то и под шконку загнать. Мир был основан на том, что вот сила придет, если будешь наглеть. А сейчас, вот в связи с демократией и со всем остальным, то есть люди поняли, вот эта вседозволенность наступила, можешь делать все, что хочешь. Особенно те, кто были под шконкой, они повылазили и стали особо злыми. Ну, да, есть такое. Ну, еще Ленин сказал, любое государство – это форма диктатуры. Вопрос лишь в том, чья это диктатура. Он провозгласил диктатуру пролетариата. Ну, можно какую хочешь диктатуру провозгласить, пролетариат, не пролетариат, все равно верхушка правит. Что там верхушка правит, что где? Согласен, но вопрос в чьих интересах. От чьего имени? Да, в чьих интересах. Даже не от чего, а в чьих интересах правит. У вас тоже сложилась негативная ситуация, у вас... Антагонизм вылазит наружу. Почему Байден начинает с Трампа приходит? Потому что Трамп разглашает общенациональные интересы. А Байден зачем-то строит снаряды и посылает на какую-то Украину. И простому обывателю, у которого под носом черти что творится, ему вообще непонятна эта система финансирования и значение участия, скажем, его налогов в том, от чего он ничего не имеет, кроме... сынка Байдена, который хер знает, что делает. Вот, да.
Здесь вот я с вами согласен. Вот я как среднестатистический обыватель тоже это не могу понять. То есть и Конгресс тот же самый вопрос задал Байдену. Какой смысл? В чем мы видим будущее? Где выгода? Какой смысл где выгода? Нашего присутствия? Да, какой смысл? Объясни, прежде чем мы дадим деньги там 60 миллиардов. А но Трамп мне кажется, четко знаете... озвучивает, четко, что мы должны назад научиться считать деньги. Мы стали, как поздний СССР, раздаем все направо-налево, а сами без штанов. У нас внутри страны море проблем. И с железными дорогами. Немножко, у СССР было немножко по-другому. У СССР было... Понимаете, рубль не был международной валютой. СССР платил ресурсами своими, свое отдавал. Ну, согласен. Мы печатаем деньги. Мы увеличиваем инфляцию. Это плохо на всех, но мы скидываем эту инфляцию на всех, печатая деньги. Ну, согласен с вами. Но вы понимаете, СССР тоже не считал, сколько он отдал и сколько вернулось. Понимаете? Да. Там не было понятия прибыли, убыток не было. Отдали и отдали, слава богу. Наше влияние. Потом начали, оказалось, что собственное население живет втрое хуже, чем, допустим, те же прибалтийские страны. Уровень жизни разный был. Почему это была витрина? Потому что там уровень жизни был совсем другой. И перестройку для этого и начали, что, ребята, давайте-ка вот этот план, это хорошо, но давайте считать. Сколько пришло, столько ушло. Естественно, перестройка, это не дырка от бублика, такую страну перестроить... Неизбежен был распад СССР, просто неизбежен. Сейчас говорят, это кто-то запланировал, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. Мы должны были разбежаться, чтобы каждый понял, а что он представляет из себя на самом деле. И столкнулись с одной проблемой. Есть две страны, это Беларусь и Россия. Россия за счет ресурсов. У нее немеренные ресурсы. Подождите, Сергей, вот это вот здесь вот я с вами как-то, ну, я не соглашусь. Я из Таджикистана, и вот этот разбег у нас не восприняли слишком хорошо, так скажем, как это восприняли, например, прибалтийские страны или Украина та же самая. То есть у нас это было как трагедия, потому что сразу же после этого начались нехорошие дела. Я не говорю, как это восприняли. У нас внутри России был парад суверенитета, понимаете? Что у нас внутри России каждая область начала, скажем, выставлять свои правила игры. И братва начала контролировать все и вся. Понимаете, до чего дошло? Умудрились удержать Россию в целостности, то есть... загнать этот суверенитет, так скажем, там... Да, ну... Путин взялся за дело, собрал все в кучу, олигархам сказал, кто не работает на Россию, не работает в России. Если ты не работаешь на Россию, ты вообще не работаешь в России. Кто-то согласился, они остались. Кто-то, как Ходорковский, сказал, что мне это не надо, и я вообще сейчас все в Америку продам. Путин сказал, ты ничего в Америку не продашь. Мне не нужны здесь транснациональные корпорации. Они будут защищать мои интересы. Столкновение дошло до, скажем, 40-х. То же самое с господином Березовским. Тоже такое же столкновение произошло. Им сказали, иди, не нравится, езжай. Здесь так не будет, как ты хочешь. Здесь будет... Иначе мы страну потеряем. А СССР нельзя было так сохранить вот таким же макаром? Или слишком большой был, чтобы его так же сохранить? Да его невозможно было. Первое. Полное отсутствие знаний. Полное отсутствие. Экономика не являлась общеобразовательной дисциплиной. Даже математика у нас была чисто техническая. Из пункта А в пункт Б два яблочка. Такое понятие, как процент, прибыль, оборот запрещено было. Это была эксплуатация, это была классовая наука. И преподавали только в высших партийных школах, и то не экономику, а политэкономию, суррогат. И когда отпустили на хозрасчет предприятия, директора предприятий не понимали, что им надо делать. Первые предприятия отпустили на 50%. Вот 50% тебе дают план,
А 50 ты сам должен загрузить в мощностях. Да, но... Они даже договоры составить. Они понимают, как. Да, но, Сергей, у Китая это получилось. Китай так далеко не заезжал. Китай всегда был... И Китай шел за нами. Он не впереди, мы шли впереди. Китай посмотрел... Мы шли впереди, правильно. И Китай посмотрел на нас и сказал: так, ребята, вы хорошо все сделали, но смотрите сюда. Вот то, что легкая и пищевая промышленность, то, что идет на потребление, пожалуйста. А вот тяжелую индустрию, добывающую, забудьте, все под государством. Мы даже вам пальцем не дадим ничего тронуть. А у нас, то есть Китай оказался умнее, оставив, то есть, государственное управление. Да, тяжелую индустрию, тяжелой индустрии не стоит. Знаете, какой оборот тяжелой индустрии? Угу. Ты сделал станок, ты его за неделю не окупишь. И за месяц, и за год не окупишь. То есть без поддержки государства тяжелая индустрия не может работать. А у нас, не нужны подшипники, закрыли завод. Стиральные машинки невозможно выпускать, подшипников нет. Понимаете? Мы наворочили достаточно. А Китай шел за нами, поэтому сказал: не, вот здесь вот так вот здесь. Они поэтому... Понимаете, Китай, он все равно китайцы. Там на площади Тяньмэнь 1000 человек грохнули. И никто ничего. А у нас 2 человека, и пуч целый получился. Мы настолько разнонациональны. А в Китае там справа живут китайцы, слева живут китайцы, там везде живут китайцы. Они более монолитная нация, чем Россия. А Россия, и сразу начался парад суверенитетов. Начали выходить. Местные элиты решили, что они все знают и без русских хорошо справятся. Потом начали считать, оказывается, дотации-то исчезли. И ничего не предложить ему. Они побежали на Запад, а Запад сказал: подождите, ребята, у нас не так, как у вас. Это вы ждете денег с бюджета, у нас все зарабатывают сами. Если вы не можете зарабатывать сами, вы должны сдохнуть. Конкуренция. Да, но то, что было вот после развала Советского Союза, вот этот вот... Когда зарплату платили там стиральными машинками или там сразу банками. Перешли на бартер, правильно? Деньги прекратили, да, свое существование. Это то же самое было в 1917 году. В 1917 году, когда вот керенки эти навыпускали, проезд трамвая стоил трехзначное число. Проезд трамвая. Деньги прекратили свое существование. Везде возникли стихийные рынки. Ты мог на рынке обменять шило на мыло, поленья на спички, золото на книги, там, пожалуйста, меняй деньги, потому что никто не брал. Ты пришел к проститутке, извини меня, за 2 полена она тебе даст, а бумажки свои можешь вот вообще выкинуть. Понимаете, все ушло на бартер. Когда рушится финансовая система, люди переходят на первобытный, на бартер, обмен. То есть, подождите, получилось так, что люди, не изучая историю, не зная, что такое уже было, они экономики не изучали. Дисциплина запрещена к преподаванию. Она не преподавалась. У нас обширное образование, хорошее образование. Все хорошо, но 2 дисциплин нет. А без них невозможно. А в Америке, в Европе, все зиздилось на базе экономики. Купил, продал, процент. Вся арифметику они так и изучали. Естественно, они свободны. Они не понимали, что мы делаем. Вообще не понимали. Я же говорю, приезжает американец помогать русскому там, выходить там, из этого, перевести его на хозрасчет. Приходит к плановику, показывает: ты считал заказ наряд? Я считал. Сколько рабочий смену должен сделать? 60 деталей. А сколько он сделал? 120. Как? Ему ресурсы нужны, ему время нужно. Или ты считать не умеешь. Или ты тут нахрен не нужен. Потому что рабочий без тебя неплохо справляется. То есть у нас были такие приписки, и это было как здрасте. У меня вот еще вопрос. То, что вы вот сказали по поводу монополизации тяжелой промышленности, нефтедобывающей, газодобывающей, там, ресурсодобывающей промышленности. Но сейчас до сих пор в России вот это все принадлежит, скажем так. Ну, за исключением там мелких существ. По-моему, Роснефть. Роснефть, да, Роснефть.
Там Да, но сто основные про компании Лукойл кому принадлежит? Лукойл, у нас Газпром, Роснефть. Ну, Лукойл, Это по-моему, это государственные. дочка. У нее сколько-то процентов акций там есть? Сколько-то А еще процентов? там, вот есть еще Татнефть, по-моему, еще кто-то есть там Татнефть разные. есть, да. Но там все равно превалирующие пакеты акций забрали назад. АвтоВАЗ забрали назад все пакеты акций. Оставили акционеров иностранных предприятий, которые участвуют в производстве продукции путем поставки какого-то оборудования. Вот они получат. А чтобы частное лицо иностранец, извините, до свидания. Там уже все в госреестре. Есть государственный реестр, и он производит контроль собственника. То есть сколько собственность государства, сколько частному лицу там, сколько чего, да. То есть можно предположить, что именно вот это вот побудило Запад обкладывать Россию санкциями, то, что вы начали подминать под себя, вот, ну, ваш президент, подминать под себя весь бизнес, выстраивать вертикаль власти и посылать всех Да, в пешее да. российское Да, путешествие. да, да. И Запад рассматривал как ресурсы. Чтобы взять ресурсы, надо пролезть в управление и проводить законы, позволяющие. А им все это отрезали. Они вышли на санкции. Путин же тоже это делал. Он предлагал выкупить акции Мерседеса у Меркель. Когда там у них, он, давайте мы выкупим. Меркель сказал, знаешь что, Володя? Все, ему зарезали его. Он, конечно, туда-сюда, но он понял, почему это не делается. Потому что это, ну, как сказать, национально. И Байден у вас делает то же самое. Он сказал, все, где, давайте назад все в Америку вкладывать. Чего вы там по Европам бегаете, там НАТО какие-то поднимаете? У меня в Америке он первое, что это хотел вынести, какие-то кондиционеры, какой-то завод. Он говорит, я тебе такими налогами, ты их не везешь. Либо ты здесь развиваешь, либо я тебе вообще не дам. И все, весь экспорт я налогами обложу, все комплектую, все облежу. Если ты только вывезешь, ты у меня один кондиционер назад не привезешь. Тот согласился и начал внутри, а это рабочие места. Как думаете, чем закончится это все для Запада, для Европы, скажем, для старушки Европы? Ну, старушка Европа станет кем она и должна быть. Старушка Европы – это центр культуры, центр промышленности. Конечно, ей тяжело будет, она все равно будет зависеть. Говорить о каком-то производстве, там, производить негде, расширять негде. Там места нет. Кстати, вот мне интересно ваше мнение по поводу... Ну, вот здесь вопрос задали по поводу доллара. Опять же, ну, я, знаете, я выслушаю ваше мнение. Мое мнение, что так скоро доллар не исчезнет, потому что, ну, нету Ну, какой-то стабильной Америка валюты, уже имеет, которая можно во-первых, менять. опыт, во-вторых, доллар никуда он не исчезнет, он просто перестанет быть общенациональным системой расчета и будет введено 3-4 альтернативные валюты. Вот это будет. То есть А сказать, как, что а что доллар будет полностью. коэффициентом, что будет эталоном? Как вот вы говорите, 3-4 валюты альтернативы. Что будет эталоном? Вот сейчас эталон доллар. То есть все сводится на доллар. То есть все валюты считаются исходя из доллара. То есть цифра 1 это доллар, все остальные пляшут от него либо вверх, либо вниз. Ну, это А как понятно. можно от 4 валют плясать? Ну, очень просто. Курса два. Есть финансовый курс, а есть товарный курс. Сейчас используется финансовый курс. Как это происходит? Вот есть валютная биржа. Каждую пятницу торги. Торги, да, торгуют они. Вот там сидят барышники, спекулянты. Вы туда не зайдете, можете не мечтать. Количество мест на бирже ограничено. Если вы захотели продавать, вы обращаетесь к брокеру, он вам продает, какой-то покупает, вы с ними договариваетесь, по какому курсу менять. Вот это основа основ. Это лондонская валютная биржа. И там рождается курс. Понятно, да? Но есть другой курс, товарный. Как он считается? Вот я беру, сколько у вас масло стоит, сколько у меня масло стоит. Нахожу соотношение и нахожу курс. Все.
То есть я должен у вас купить столько же продукции, сколько у себя. И исходя из этого соотношения, нахожу курс. Вот это так называемый товарный курс. Сейчас он не применяется. Если мы берем биржевой курс, то сейчас 1,90, по-моему, курс, да? Но если мы начнем пересчитывать товарный курс, у вас бутылка водки стоит где-то порядка $10, да, ребятка? Ну, опять же, водка не эталон. Это вот вы говорите порядка $10. Это опять же, смотря какая водка. Есть водка стоит 150. Ну, я согласен. Я пример. Да, я понимаю, что есть разная водка. Самая дешевая, да, да, где-то так. Есть, опять же, разные... У нас с вами разные единицы измерения, у вас галлоны, у нас литры, у вас мили, у нас... Но все это приводится к единому показателю, 10, да? Вот. А у нас водка стоит, ну, грубо, 350. Какой курс? Угу. Соотношение 10-350. 1,35. Да, 1,40 к 35, да. А на бирже валюта играет 1 к 90. Значит, валютный курс на бирже что? Врет? Завышен. Завышен, правильно. И от этого начинается пляска. И от этого финансовый капитал начинает давить промышленный капитал. Потому что промышленному капиталу нужны деньги, а финансовый капитал... И начинает свою спекуляцию, иначе он свой процент не получит просто. Понимаете? То есть идет война между промышленниками и финансистами, так? Да, да, а у вас так и есть. Байден – это промышленник, он за производство. То есть Трамп – промышленник, он за производство, за развитие, за рабочие места. Да. А Байден – а я вот миллиард дам, а я 3 миллиарда. Опять, это финансисты. Кстати, смотрите, Сергей, тут такое дело. Помните, когда, опять же, что меня подталкивает к мысли, что идет большая игра. Когда Байден потребовал, ну как, да, потребовал, наверное, или как, у Конгресса денег, там 100 с чем-то миллиардов, откуда должно было 16 миллиард, 60 миллиардов с половиной идти на Украину, 14 миллиардов, по-моему, на Израиль, 20 миллиардов на Китай, и еще сколько-то там миллиардов на границу. Из-за чего республиканцы-то рогом в стену уперлись, потому что мало денег на границу идет. Но по идее-то, если бы было бы большое желание, это же все равно виртуальные как деньги, напечатаем еще, да, вот из области этого. То есть Байден, чтобы... Не-не-не, смотрите, опять же, если бы настолько нужно было Байдену вот такая сумма, и срочно надо было для Украины дать, он сказал, знаете что, хрен с вами, сколько он там на границе, да, еще десяток миллиардов, хорошо, еще десяток миллиардов напишем, пусть вот возьмите... И давайте быстренько подпишем вот этот договор или как-то там. Да. То есть он мог бы пойти на такие уступки, сказать, я вам дам. И тогда бы и он хорошо выглядел, то есть он свою страну не забывает. И республиканцам рот заткнул бы, и Украине дал бы денег, и все. Но этого не сделали. Значит, здесь что-то другое. Нет, они не сделали, потому что их пугает такая наклеечка, которая на каждой бензозаправке появляется. Сразу после этого. Там Байден такой. Я сделал вам такие цены на бензин. Я они помню, понимают, что они, блядь, сделать-то они сделают. Но там полки магазинов. В Америке ой, непростая ситуация. Ой, непростая. И оружие там вот так на руках. Так что добавить они добавят. Но у них нет уже той страны, куда они могут этого... А внутри Америки это опасно. Поэтому они вот в цейтноте. Поэтому и вперлись, мы не будем за это голосовать. Если мы занимаемся Америкой, давайте заниматься. А Байден, то есть Трамп говорит, надо осушить что? Вашингтонское болото. И он абсолютно прав. Ну, наверное, поэтому он и приходит. Он на один срок приходит, я думаю, топором будет махать в разные стороны. То есть, ну, не если, все так если просто. Там тоже надо аккуратно. Хуже дурака, а дурак с инициативой. Америка это не дырка от бублика, это ядерная сверхдержава. И с этим придется считаться всем. Не, конечно, тут... Да, с этим придется считаться внешним. Но внутри, я думаю, он начнет... Я думаю, внутри, он начнет да, потому что ну, Горбачев и сказал,
Вам нужна перестройка. Все над ним смеялись. А на самом деле действительно внутренние противоречия в Америке достигли такого уровня, что они не дадут ей развиваться. Она будет только загибаться. А без развития человек не может. Человек не готов сегодня жить хуже, чем вчера. Человеку надо наоборот, чтобы он сегодня жил лучше, чем вчера. И пока есть вот эта динамика развития, государство существует. Как только она пристала, извините, и Древний Рим прекратил свое существование. Еще один вопрос. Что вы думаете, Сергей, по поводу прокачки бензина через... Не бензина, газа через... У нас бензин, у нас тоже газ будет по-английски. Да, газ, газолин, то есть это тоже бензин, тоже газ. А по поводу прокачки этого газа через Украину. То есть там я слышал заявление от правительства Украины, что якобы контракт не будем продлевать и не будем подписывать новый контракт. Что вы думаете? Ты ничего не думаю. Обошли уже все раз. Путин практически отказался. Ему не нужны больше поставки газа. Если бы они нужны, он Северный поток бы что-то с ним делал. Он ничего не собирается делать. Во-первых, он нашел 2-3 обходных пути. То есть индусы с удовольствием качают, добавляют и впаривают в Европу в 30. Чего-то сами добывают. Да-да-да, я слышал этот фокус. Ему все равно. У него «Газпром» ничего не теряет. Он дал задачу свернуть ряд месторождений. То есть мы консервируем, людей убираем. У нас есть другие объекты. Перетаскиваем их на те объекты, чтобы... У нас достаточно большой бюджет, чтобы обеспечить и переквалификацию, и обеспечение. У нас самая низкая безработица. Так что Путин даже не парится, не будет газа. Один хрен, за наш газ вы нам ничего поставить не можете. Почему? Потому что у вас санкции. Зачем нам в одни ворота играть? У нас... Долларов вот так вот. Вот. Мы ничего на них купить не можем из-за санкций. Связи рвутся. То есть, да. То есть получается, что вот прокачки газа не будет контракта снова через Украину, так? Ну, не будет и не будет, нам все равно. Украине от этого хуже. Ну да, они не будут зарабатывать какую-то там свою копейку. А они не в том состоянии, чтобы... Европа тоже сядет. Одно дело, вот... Из пункта А в пункт Б всегда короче, чем вот так вот. А еще там в Красном море, наши друзья, вы вообще здесь не проедете больше. Вот давайте всю Африку огибайте. Да, вы знаете, я смотрел, они затопили недавно какой-то корабль с удобрениями. Там 20 тысяч тонн удобрений. И это повлияло на то, что куча креветок выкинулась, по-моему, на турецкий берег или на чей-то. Согласен, согласен. Дикие, нецивилизованные люди, но и им тоже жить охота, им ничего не светит. Вот с ними, да, с ними поступили, мне кажется, не очень. Кстати, арабы же с ними уже пытались воевать, Саудовская Аравия, но потом договорились, когда им на нефтяные поля прилетело. Там бесполезно, там воевать не с кем. Это вам не государство, это сборище племен. Почему, скажем, этого лучше иметь дело с Саддамом Хусейном, чем с раздробленным Ираком? Почему американцы ушли из Афганистана? Потому что там нет централизованной власти. Там ты ни на что не влияешь. Да. Там они вот так вот. Ты с одним договорился, другой на тебя напал. Ты с этим... Тот на тебя напал. Тот на... И пока этого нету, они сначала разбивают государство, а потом удивляют, что разговаривать не с кем. Так вы же государство разбили. И там же тоже в этих... Ну, погнали они один авианосец. Ну, стрельнули там по какому-то зданию. Они там ничего не контролируют. У них нет правительства, которое бы контролировало вот эти вот разрозненные банды. Ну, стрельнули, стрельнули тебе. Ну, еще раз стрельните. А банды, о, приехали, давай еще хуже. Бесконтрольная ситуация. Это эффект монополии. Почему вы, динозавры? Россия-то пыталась договариваться, вернее, договорилась с этими, с талибами. Ну, как она не то, с талибами. Ну, с Россией плачь, договаривайся. Мы на одной границе, они же знают, что... Во-первых, а во-вторых, Россия вела абсолютно не ту политику, что США. Там русские школы стоят, там в русских казармах живут люди.
там помнят русских войн, там охраняют памятники русским. Мы сколько школ Америка за 10 лет открыла, сколько мечетей построила, а как вы хотели? А русские, ну, да, строили школы, больницы, мечети, заводы, и медленно, но верно, арабы, то есть эти маджахеды какие-нибудь, а как говорила моя бабуля, всяк тварь ласку понимает. Люди вам комплименты пишут, говорят: Сергей Викторович, вы лучший, Разумовский, вы умный, вай-вай-вай, его можно слушать сутками. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, в любом случае, слушайте, интересно было поговорить, интересно. Вот. Кстати, вот ваше мнение, выборы у вас будут. Наверное, глупейший вопрос, но соседи, особенно по глобусу, мне нравится, когда говорят, что так называемые выборы в России, там, знаете, кто бы говорил, с одной стороны, так называемые. Я бы вообще такой, если кто не согласен с выборами. Если бы я, например, был представитель вашего государства, я бы сказал: кто не согласен с нашими выборами, идите лесом. Я бы так и говорил. Значит, будете поставлены перед фактом. Мне ваше мнение неинтересно, потому что, ну, это ваши выборы. Вы не выбираете это для международного сообщества. Вы выбираете это для себя. Вы выбираете своих руководителей. Все равно, что кто-то сейчас придет в Соединенные Штаты и будет указывать: не бери Трампа, возьми Байдена. Ну, да, это же вмешательство. То есть, да, поэтому ваше мнение, с каким процентом, ну, я уже не спрашиваю, кто победит, как вы думаете, какой вот процент, что вы предполагаете? Во-первых, придет, ну, 50% может и натянут явка. Население, явка 50% всего? Да, потому что когда все стабильно, никто не хочет идти. А так, ну, процентов 60-70. То есть явка населения будет маленькая за счет того, что все стабильно. Население летит голосовать, когда задница горит. Все плохо. Да. А, ну, его где-то, ну, 60-70. Вот так. То есть подавляющее большинство он возьмет. Понятно. В любом случае, процветание вам, мирного неба над головой. И вам процветание мира. Спасибо. Мы с вами очень на приятно. Одной планете. Точно. Будет плохо, он будет плохо вам. И наоборот, то же самое. Да, и планета круглая. Ты уходишь от проблемы с одной стороны, но приближаешься с другой. Проблем приходится решать. Все. 100%. Удачи вам, Сергей Викторович. Вам приятно всего хорошего. Вашему стриму привет. Всех женщин на вашем стриме с 8 марта прошедшим. Всего самого добра. Вам удачи. Тоже удачи, здоровья.